Спасатели Западно-Казахстанской области заняли первое место в республиканском сборе семинаре. Команда оперативно-спасательного отряда ДЧС стала лучшей среди 17 команд. По возвращению домой чемпионов встретили с почестями и признанием заслуг. С какими трудностями столкнулись участники соревнований на пути к победе, расскажем в следующем сюжете. 15 сентября 2024 года завершился республиканский сбор-семинар «КазQұтқару-2024», на котором оперативно-спасательный отряд ДЧС ЗКО одержал победу, заняв первое место среди 17 команд со всей страны. Соревнования прошли на учебно-тренировочном полигоне «Скальный город Астана» в урочище Тамгалатас в Алматинской области. Основной целью мероприятия было совершенствование навыков спасателей в ликвидации чрезвычайных ситуаций и использование новейших методов аварийно-спасательных работ. Однако спасателям пришлось столкнуться с рядом трудностей. Трудности, конечно, они бывают везде, потому что там, сами знаете, проходили такие этапы, как скалолазание по горам. У нас в нашей местности гор нет, для нас как бы, ну, трудность составляет участвовать на таких этапах, потому что у нас степи, а там также вот кросс, допустим, по пересечен, там нет ровных дорог, там или подъем, или спуск, вот такие как бы трудности. Но наши ребята справились, потому что тренировались перед соревнованиями, прошли эти испытания с достоинством, выступили, показали свое мастерство, профессионализм. По возвращению домой победителей встретили с большим теплом и уважением. Поздравить их с победой собрались коллеги и семьи. В знак признания заслуг и высокой квалификации спасателей им устроили торжественное чествование, где звучали поздравления и слова благодарности за выдающиеся достижения. По итогам соревнования, где проходило в 5 этапов, наша команда заняла общекомандное первое место. Кроме того, проводили соревнования среди технологических расчетов, где наша команда заняла второе призовое место. Вместе с тем проводились соревнования среди пользователей беспилотных летательных аппаратов, где сотрудник ДЧС занял призовое третье место. В целом данные результаты – это результат многолетнего труда, опыта. Команда ДЧС ЗКО продемонстрировала высокий уровень подготовки. Отряд показал отличные результаты в проведении аварийно-спасательных и поисково-спасательных операций, что стало залогом их победы. Амина Махсотова, Альбина Жикенова, Айбулат Чагапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42.